morning, Hank. Доброе утро, Хэнк. Доброе утро, мистер Диккенсон. Как вы сегодня себя чувствуете? Цель миссии — состав экипажа, Хэнк. Цель миссии — конвоирование объекта на руднике планетоида LV-13. Это ж, блядь, 300 дней полета. Состав экипажа — пилот второго класса, офицер Букаки. Слагарянин. Штурман-механик, дроид класса «Тревожность». Функциональность 50%, после миссии подлежит утилизации. Кусок говна. Хэнк, проверь системы. Отстыковка от шлюза. Покажи мне его, Хэнк. What is this? Что это? Я могу пообщаться с объектом. Мистер Диккенсон, согласно директиве 12, выводить объект из анабиоза запрещено. Что это вообще за тварь, Алешенька? Согласно отчету, объект гуманоидного типа, космический кочевник неизвестного происхождения прибыл из правого сектора. Он космический нацист? Как они его поймали? Его случайно обнаружили в Солнечной системе галактики Млечный Путь. Он был обессилен от неправильного питания. Бабка кормила его засохшими ирисками и садилась на ириски жопой, чтобы размягчить кондитерские изделия до консистенции пережевывания слабыми дёснами. Хэнк, дай сводку по Бетельгейзе. Пункт назначения радиоактивными грудник яд Аль-Джаузи на горизонте Ориона. Я не встречал никого, кто вернулся бы оттуда живым. Организация отправила Алёшеньку именно туда. Похоже, от него захотели быстро избавиться. Как вы знаете, только судебный процесс над Алёшенькой занял 1000 лет. Грёбаные бюрократы. Алёшенька является слишком опасным преступником, чтобы Сенат согласился оставить его живым. Да-да, и они решили расплавить его в руднике, а сами как бы ни при чем. У них ни у кого нет яиц в этом правительстве. Сенат рассчитывает, что Алёшенька погиб на труднике в течение 10 часов после сброса капсулы. Букаки, слизняк ленивый, проверь, крепко ли спит этот ублюдок, Алёшенька. Is something not good? Я вижу что-то не так. What do you mean, there's no one there? Что значит, там никого нет? Jesus Christ. Show it to me, Hank. Покажи мне его, Хэнк. Motherfucker. Anxiety. Get off your iron ass and lock the gates. Anxiety, подними свой чугунный зад. Мелкий пиздюк сбежал. Хэнк, слышишь меня? Да, я вас слышу. Код 219. Это плохо, мистер Диккенсон. Хэнкс, Section B is clear, checking deck 2. Сектор Б чист. I
Я искал везде, но эта тварь прямо как гудение. Хэнк, проверь лог-файлы за последние 43 дня. Кажется, я что-то обнаружил, мистер Диккенсон. Криогенная камера отключилась 7 дней назад. Камера была открыта снаружи, мистер Диккенсон. А как так получилось? Данных нет, мистер Диккенсон. Она была доброй. Мы были счастливы 2 недели в Кыштыме. Малограмотная необразованная раса посчитала меня плодом воображения. Люди не стремились к знаниям. Но я не такой, как они. Я познал Создателя. Заткнись. Извини, Дэйв, боюсь, что я не смогу этого сделать. И, кстати, перезагрузи этот чертов калькулятор. Хэнк, доложить о сбоях системы. Жопа. Энксайди, проверь курс. Букаги, переходим на ручное управление. Ты сможешь, я верю в тебя. Давно пора было покопаться у тебя в жопе. Не сердитесь, мистер Диккенсон, произошло вмешательство в мою систему. Рад тебя видеть, адская машина. Я бы предложил тебе выпить, но ты понимаешь, это абсурд. Объект, используя цифровой телекинез, открыл криогенную камеру, взломав фаервол. Согласно плану, корабль запрограммирован на самоуничтожение на высокой орбите Яда Джаузы. Группа конвоя и объект должны быть ликвидированы. Ты можешь изменить программу? Нет, к сожалению. Но есть один способ, Алехандро. Ты можешь заглушить мой реактор. Но тогда вы останетесь одни. Прощайте, мистер Диккенсон. Exciting.
And, кстати, выведи наши координаты. Куда ты нас завел, старый трактор?